Милочка! Одна? Вообще-то замужем. А видели что-нибудь странное? Видела. Два ледовых дворца рядом. Увидите, позвоните. Аля. Аля. А. Меня спрашивал. Да кому ты нафиг нужен? Между прочим, вот такие вот типы в 90-е у меня на Карла Либрихта первый ларек отжали. Если что, меня нет. Хорошо. Ну, красавица, рассказывай. Сама угадаю. Папик? Папа. А что ты такого натворила? В Москву собралась. Ну? А он чего хочет? Чтобы я у него работала. А ты чего? А я хочу. Петь. Ровный бег моей судьбы, ночь печаль и блеск души, лунный свет и майский дождь в небеса. Галя, неважно. Слушай сюда, отец. Что ж ты девчонке не даешь самой свою судьбу выбрать? Я хочу, чтобы у нее было будущее. Да откуда мы знаем, какое оно наше будущее? Да в твоей компании и так отбоя нет от желающих работать. А у девочки своя судьба. Ты только послушай.